приветствую зрителей моего канала. Сегодня готовлю шоколадно-творожный пирог на рисовой муке. Мне понадобится 350 грамм обезжиренного творога, сахарная пудра 80 грамм, ванилин 1 грамм, сметана 10% жирностью 70 грамм, 3 яйца категории S0, кукурузный крахмал 40 грамм, рисовая мука 200 грамм, 60 грамм какао-порошка, соль щепотка, сахар коричневый 90 грамм, масса сливочная 180 грамм. В миску выкладываем обезжиренный творог, сахарную пудру, 3 яйца, 40 грамм кукурузного крахмала, 70 грамм сметаны 10% жирностью, 1 грамм ванилина. Все хорошо перемешиваем сначала ложкой. Далее нам понадобится погружной блендер. Хорошо взбиваем до однородной массы. Начинка готова. Теперь берем просеянную рисовую муку, добавляем какао-порошок. Все хорошо перемешаем. Добавляем соль, щепотку, коричневый сахар, сливочное масло. Все хорошо перетираем в крошку. Берем разъемную форму, выкладываем пергаментную бумагу. Одну часть крошки выкладываем в форму. В форме все хорошо разровнять и сделать небольшие бортики. Теперь выливаем творожную массу. Хорошо выровняем. Оставшейся крошкой посыпаем вверх. Разогреваем духовку до 180 градусов, накрываем пергаментной бумагой и выпекаем 45 минут. Пирог готов, убираем в холодное место на 2-3 часа. Этот рецепт творожного пирога довольно прост, а вкус великолепен, настоящее чудо для тех, кто беспокоится о правильном питании. Пирог получается вкусным, очень нежным и воздушным. Рецепт рекомендую. Если вам понравилось это видео, оставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом рецепте. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Приятного аппетита!